Результаты выборов губернатора Московской области прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев. «Наш регион всегда славился и продолжает славиться своим прогрессом. По многим показателям мы лидеры среди субъектов страны. Качественные перемены к лучшему стали возможны благодаря профессионализму команды, которую возглавляет Андрей Воробьев. Это результат многолетней кропотливой работы, которая будет продолжена», отметил Вячеслав Киреев.